что такое любовь, это нечто непостижимое. Никто не может точно описать, что такое любовь, но вот если основываться на собственном опыте, то любовь — это когда тебе очень хорошо, тебе внутри очень тепло, комфортно, и ты не обращаешь внимания на всякие разные житейские мелочи. То есть у тебя есть любимый человек, и как-то, знаете, все вот вокруг кажется все более радостное, более красочное, и даже какие-то, ну, не раздражает ничего абсолютно. И когда ты влюблен или любишь, это проявляется в мелочах. Когда ты говоришь: надень шапку, а не так, что ты так красиво выглядишь, там, когда тебе там волосы развиваются по ветру. Это когда просто принести чай. Тебе это несложно, приятно, и это мелочи, которые говорят о твоей заботе, о твоей любви.